Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Здравствуйте, решим задание 267, и нам нужно вычислить и пункт А. Минус 4,49. Минус 0,57. Плюс 2,44. Минус 8,101. Минус 0,57. И минус 4,49. Давайте сначала раскроем скобки и вспомним, что минус а это а. Получаем минус 4,49, скобки можно просто опустить. Дальше два минуса идет, это плюс 0,57, плюс 2,44, минус 8,101, минус 0,57, и дальше опять два минуса, плюс 4,49. Сгруппируем. Минус 4,49 и плюс 4,49. 0,57 и минус 0,57. Вот они у нас. Раз, два. И дальше остается только 2,44 минус 8,101. В первой скобке 0, сложение противоположных чисел, и во второй 0. Поэтому осталось только посчитать 2,44 минус 8,101. Если бы мы представляли это в виде алгебраической суммы, это было бы первое слагаемое со знаком плюс, а это второе слагаемое со знаком минус. Поэтому у нас здесь сложение чисел с разными знаками. И нужно определить, какое число имеет больший модуль. Число минус 8,101 имеет модуль 8,101, поэтому имеет больше модуль. Поэтому результат будет иметь знак числа, который имеет больше модуль, знак минус. И теперь из большего модуля вычитаем меньший модуль. Уравняем количество знаков после запятой. При вычитании обязательно запятая под запятой. 1 минус 0 – 1. 0 минус 4 не вычесть. У единички занимаем. 10 минус 4 – 6. У единицы заняли 0, осталось в восьмерке нужно занять. 10 минус 4 – 6. Запятую снесли. У восьмерки заняли. Семерка осталась. 7 минус 2 – 5. Получили минус 5,661. И пункт Б. Минус 4,36. Плюс 4,306. Плюс минус 8,8. Минус 9,854. Минус плюс 4,306. Тысячных и плюс 8,8. Раскроем скобки там, где у нас перед скобкой стоит знак минус, и еще сгруппируем. Сгруппируем так: минус 8,8 и плюс 8,8. Это во-первых. Во-вторых, раскроем скобки. Дальше у нас шло, кстати, давайте перепишем то, что у нас после шло. Минус 4,36, плюс 4,306, минус 8,8 мы сгруппировали. Дальше минус идет, это плюс 9,854. Вспомним, что минус просто перед а, противоположное число к плюс а это минус а, поэтому минус плюс 4,306 это минус 4,306, и плюс 8,8 мы сгруппировали. В первой скобке 0, здесь сложение противоположных чисел, а также мы сгруппируем 4,306 и минус 4,306. В этой скобке тоже у нас 0 получится, также здесь сложение чисел с противоположными знаками, и получаем 9,854 минус 4,306.
36 сотых. И нужно просто вычесть 9,854 тысячных минус 4,36 сотых. Четверку сносим. 5 минус 6 не вычесть. У восьмерки занимаем. 15 минус 6, 9. У восьмерки заняли, семерка осталась. 7 минус 3, 4. Снесли запятую. 9 минус 4, 5. Получаем 5,494 тысячных со знаком плюс и выполнили задание 267. Но если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.